Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Альберт Гио, французский художник, карикатурист, иллюстратор, мастер плаката. Родился в семье архитектора Эдмона Гийома. Влияние на его творчество оказал Жюль Жерре, которого часто называют отцом современного плаката. Гийом создал целый ряд театральных афиш, рекламных плакатов и щитов. Его произведения ценны в первую очередь как иллюстрации жизни французов во время прекрасной эпохи Золотого века в Европе, которая продлилась с конца XIX века до Первой мировой войны. Характерной чертой всех его работ является юмористический и карикатурный оттенок. В своих работах он с юмором отражает реалии своего времени и социальные условности Франции того времени. Будь то рекламный плакат, иллюстрация, мультфильм или карикатура, все произведения искусства Гийома имеют высокую узнаваемость. Они умело и стильно передают колорит и обстоятельства его времени. Я цитирую Википедию. Свою популярность он приобрел также благодаря сатирическим рисункам и карикатурам, которые публиковались в парижских юмористических журналах, таких как «Фигаро», «Иллюстрейт», «Гил Блас», ну и так далее. Эти журналы возникли как реакция на возросший интерес парижан к искусству, культуре и политике. Коллекция рекламных плакатов была опубликована между 1895 и 1900 годами Жюлем Шерре, которого в то время называли отцом плакатного искусства. В своих работах Гийом высмеивал слабости и недостатки французского общества, коррупцию и злоупотребление. Сегодня его плакаты по-прежнему остаются популярными, особенно в качестве украшений для ресторанов и баров. Несмотря на свой успех, последние годы жизни художник поселился в тихом, похожем на деревню районе. Умер в маленькой деревне Фо департамента Дордонь. Дата смерти 10 августа 1942 года. Ему было 69 лет. Ну вот так вкратце из Википедии о французском художнике-карикатуристе, иллюстраторе, мастере плаката Альберте Гийоме. Пока-пока, до свидания.